Приветствую всех на канале. Сегодня я хочу открыть при вас банку с бишофитом. Это природный минерал, который находится в недрах нашей земли, а вернее на Полтавщине. Мы заказывали сначала голубую глину, но по ошибке нам приехала посылка не того человека. Люди заказывали бишофит, едут в санаторий и берут с собой, потому что там нету. И я решила эту глину попозже, нам ее переадресацию сделали, а бишофит я решила оставить, потому что, зная полезные свойства, когда-то я применяла при лечении грыж позвоночника, мне делали аппликации такие. И сейчас мы вот такой откроем бишофит. Концентрат, да, это концентрат. Вот мы открыли баночку. Это кристаллический концентрат для принятия ванн. Надо 100 мл. Вот сегодня мы будем начинать принимать ванны. Противопоказаний практически нету. Принимать ванны можно даже и младенцам после того, как зажила родовая ранка, пупчик. И вот смотрите, а ну возьми ложечку, попробуй так вот, покажи какой он. Вот такой он консистенции, очень приятный аромат, да, Аня, да. Запах такой. Вот получается в каждой банке по килограмму. Надо разбавлять ванну по 100 мл на ванну, где-то 100 литров водички. Если хотите улучшить, то надо где-то 200 мл, я читала. Спектр этого бишофита очень большой, начиная вот от болезней спины и суставов, для нервной системы и для коррекции фигуры даже. Тут получается магниево-минеральный комплекс. Хорошо снимает стресс, уменьшает тревожность и повышенную нервную возбудимость, нормализует давление, улучшает сон и избавляет от судорог и мышечных спазмов, проявляет косметический эффект, обеспечивает тонус здоровый вид кожи. Вот. Даже в комплексе с общеоздоровительными процедурами и терапией сердечно-сосудистых заболеваний. Вот такой. Про глину я сделаю следующее видео, потому что глину я заказала и себе, и заказала своей бабушке для лечения ритов и артрозов коленных суставов. Вот есть голубая глина, идет в такой, это кембрийская глина. Есть маленькие расфасовки, очень удобная, вот килограммовая. Но я расскажу в следующем видео об этой глине, потому что уже пользовались, и очень тоже большой, огромный спектр. Что интересно, бишофита, он залегает на расстоянии 2,5 километров от верхнего слоя земли. И сейчас мы возьмем 100 мл и добавим в теплую ванну, где-то температура в 38-40 градусов. Что мы еще взяли на этой фирме? Покажи вон еще бутылочку. Достань. Вот коробку сначала покажи. Вот. Хвойный бальзам. Но это уже не Россия, это не Украина, это уже Россия. Вот такой. Сейчас покажу. Переверни трошки. Бальзамир, хвойный бальзам. Потому что почему-то я у себя в аптеках не могу найти именно такого хвойного бальзама. Раньше продавали часто, а сейчас или соли с морскими, морская соль с немножко запахами эфирными сосны. Так для ванны или растирания? Ну, мы будем ванны принимать с этим бальзамом через день. А курс таких ванн 10 дней можно каждый день принимать. Вот, с бишофитом. Так что сейчас мы отложим и разбавим теплую ванну. И лежать надо 20 минут, 15-20 минут. И потом отдыхать. На 200 где-то миллилитров мы ложим половинку чашечки. 100, нет такой у меня прозрачной. Емкость. Ну давай, два емкости прозрачной, да. Еще одну. Ну где-то так, попробуем. Все, да? Решили принимать целым семейством по очереди. Ну, конечно, будет мало. Все, мне кажется. Все, наверное, хватит. Аня, там шире идет, все, хватит. Вот сейчас мы кинем в нашу ванну. Давай. Просто кидать? Ну просто, да, кидай и размешаем. Запах очень приятный. Но, кажется, я читала в инструкции, там есть немножко и сосны, концентрат чуть-чуть. Без никакой химии, все это натурально. Водичка должна быть 38-40 градусов. И принимать ванны, как в принципе принимают все ванны, не, короче, зону сердца, там, где сердце, ванну не опускать.